Вот ситуация, которая сегодня на транспорте, значит, с товарами, которые вывозят за пределы Харькова и Харьковской области, на линейном отделе милиции, это каждый день такая ситуация или это случай только, при котором мы присутствуем? Да, уже давно, с начала нынешнего года, это вошло в систему. Ежедневно задерживаются лица, в большинстве случаев кавказской национальности, ну и, в принципе, других национальностей, вывозящие продукты в большом количестве, товары, продукты за пределы нашей области. Это было еще, работу проводили такую и до того выхода постановления Кабинета министров номер 104? Да, эта работа нами начата была в начале года при обнаружении масла сливочного до тонны масла, которое отправлялось через багажное отделение нашей станции на Кавказ. Вот с того момента мы ориентировали личный состав милиционеров на выявление факта вывоза. То есть тенденция вывоза пошла с начала этого года. Ну и вот сейчас то, что у вас только в кабинете здесь, что это за вещи и откуда они, и где их брали, и куда их везли? Значит, вы видите вещи, которые были скуплены в торговле, как в торговле, так и с рук на центральном рынке, будем говорить, через черные теневые каналы, в большом количестве для вывоза в другие регионы нашей страны. Так это конфеты в большом количестве, магнитофоны, протоны. Вчера была задержана большая партия водки, там, где нами были выявлены источники, где продавцы магазинов имели наживу свыше 1000 рублей при реализации водки с подсобного помещения. По этим фактам возбуждены уголовные дела. Олегович, ну я смотрю, здесь и дрели, так и дрожжи там, и вот электротепловентиляторы. Это такой улов, в принципе, ежедневно? Да, ежедневно имеется факт, больше, меньше, но факты доставки, обнаружения, выявления фактов провоза в большом количестве есть ежедневно. Вчера до 20 человек отделение БХСС переработало лиц, которые вывозили товары, у которых было товара в таком количестве. Но есть случаи и дифференцированного подхода по этим вопросам. Вот на сегодняшний день эти дрожжи есть задержаны граждане. Да, 35 килограмм скупил дрожжей гражданин, но дедушка слабый, бессильный, и вот мы, наверное, будем возвращать, хотя дрожжи действительно приобретены неправильным путем, на рынке, с рук, по спекулятивной цене. Валерий Михайлович, общая ситуация на участке управления дороги, какова она, в связи вот с выходом постановления Кабинета министров? В связи с выходом постановления Кабинета министров Украины номер 104, ситуация сложилась такова. Мы в настоящее время создаем 10 контрольных пунктов по проверке грузовых перевозок. То есть вагоны, контейнера, наши сотрудники на всей нашей южной железной дороге на контрольных постах будут осуществлять проверку. И при выявлении грузов, которые везут, доставляются предприятиями, учреждениями, колхозами, совхозами за пределы республики без лицензии и без договорных межправительственных связей, мы будем изымать и реализовывать через местную нашу торговую сеть. И согласно этого постановления будут руководители предприятий штрафоваться. Но какие бы факты вы могли привести за последнее время? Фактов достаточно. Это в Кикичевке задержан вагон сахара 74 тонны, в Купинске задержан вагон сахара 74 тонны, затем около 40 тонн на станции Купинск пищевых концентратов, вот в части грузовых перевозок. Но в отношении пассажирских перевозок также постановление Кабинета министров регулирует. Валерий Михайлович, я прошу прощения, но вот слишком много вопросов у телезрителей возникает во время, когда мы проводим прямую связь, любые передачи. Интересует вопрос, так сказать, будут ли смотреть чемоданы, портфели, дипломаты и так далее. Вот там ограничения есть. Да, это очень серьезный и ответственный вопрос. Почему? Потому что мы с января месяца, как Александр Анатольевич сказал в своем интервью, что мы начали эту работу и начали именно задержание огромного количества сливочного масла и так далее. Мы уже на тот момент, по состоянию на 10 августа, до принятия этого постановления Кабинета министров, на всей южной железной дороге задержали около 850 человек, в основном лица закавказской национальности.
изъято на 500 тысяч, на полмиллиона рублей продуктов питания, предметов товара народного потребления, это магнитофоны и вентиляторы, и что угодно можно масса встретить. 40 тонн, да. Да, одно только масса 40 тонн, одно только масса 40 тонн сливочного масла. Все-таки лично, да, человека, который садится в вагон, какая ситуация здесь? Так вот, это постановление издано для того, чтобы мы боролись с махровыми спекулянтами, дельцами, проходимцами, ворами, а именно с пассажирами, которые везут за пределы республики, или в командировку, или в гости, или к престарелым родителям, или детям в пионерлагерь. Ну, везут они больше 1 килограмма сливочного масла, 5-6 килограмм сливочного масла. Я даже могу назвать такую цифру. Там 5-7 килограмм мяса вместо 1 килограмма мяса. Вместо 2 банок тушенки 5-10 банок тушенки. Мы с такими пассажирами вести борьбу не буду. Я еще раз подчеркиваю. Дипломаты, портфели мы не будем проверять. Мы будем доставлять и задерживать лиц, крахоборов, дельцов, махровых спекулянтов, которые пытаются через определенные свои каналы вывести массовое количество продуктов питания, предметов народного потребления за пределы республики. И это не только мое мнение и народного депутата областного совета товарища Мельникова Владимира Григорьевича, начальника управления внутренних дел на транспорте, но это мнение также непосредственно Министерства внутренних дел. Спасибо, Владимир Николаевич. Да, можно добавить одну минутку. Мы понимаем, указывать не значит, что мы должны сейчас не выпустить ни одного грамма, ни одного человека вывозящего. Мы понимаем, что задача стоит сегодня обеспечить пресечение теневой части, оттока товаров больших количеств, и которые в первую очередь уходят по теневым каналам, непроводными путями, понимаете? А если человек приехал в гости и приобрел с помощью своих родственников с купонами какое-то определенное количество товара, может быть, незначительное, превышающее наши нормы, которые сейчас устанавливаются в отпуске, то, естественно, с этими людьми мы не то будем... То есть по-человечески подходить, конечно, к каждой конкретной ситуации. Ни в коем случае мы не ставим задачу всех под ребенку здесь задерживать и забирать все, что вывозится. Это неправильно. И по этому вопросу я добавлю. Мы проинструктировали всех сотрудников милиции, что ни в коем случае не нарушать социалистическую законность. Никто не дал права нам нарушать социалистическую законность при проверке пассажиров во время их посадки в вагон. А всего контрольных пунктов будет по проверке пассажиров при посадке в вагон 12 контрольных пунктов на основных узловых станциях.